Иван, скажите, как вы считаете, какое главное достоинство и главный недостаток у вашей подруги и коллеги? Вот так вот прям вот. Достоинств много. Так. Про недостаток я не знаю, стоит ли говорить на все. Ну, стоит, стоит, ну, уже, ну, так, ну, для полноты картины, да. Про недостатки не надо. Достоинство, я считаю, что это искренность и непредсказуемость. Ну и талант, разумеется. Они же и недостатки. А все недостатки – это продолжение наших достоинств. Да, это вот тоже это. Искренность, это доверчивость, и это тоже непредсказуемость. Да. Вот. Да, да, да. Мне так кажется. Вот правильно, наверное. Ань, а вы считаете? Доброта и отзывчивость, она, конечно, помогает всем. Недостатки тут тоже иногда... Тоже то, что доброта. Отзывчивость и доброта иногда в злую шутку с ней играет. Это, как говорится, не делай добра, не получишь зла. В Татьяне, несмотря на баронессу Калыш или как это? Карлаш. Карлаш, да, да. Баронессу Карлаш. Угу. В ней такая славянская душа в том смысле, что в ней всего много. Угу. Вот это ужасно. И много, оно иногда вот может перехлестнуть, да, через край. Это ужасно. Да. Балует мама вас? Ой, всю жизнь. Да. Да. Все, и покупающая любовь, маме говорила, когда Барби таскала ей в Швейцарии, первая Барби у нее была. Как любовь можно купить, мать? Ну что ты городишь? Я считаю, что вот сейчас уже, когда выросла, думаю, мама не то, что любовь покупала, она как бы... заменяла вот свое отсутствие, то, что я уезжала. Вроде, да, компенсировала. Да. Да, именно вот этими игрушечками, подарочками, что вроде как она и любит меня, и не забыла там, что... Чё, вроде как. Хотя, на самом деле, я-то этого вообще ничего не понимала. Ну, с бабушкой пожила. Угу. Ну, там, у соседки осталась. Ну, ты же меня помнишь, я все время я была. Я помню тебя, деточка. Только рисовала, сидела. Что может быть страшнее арабского террориста, это еврейская мама. И несмотря на баронессу, там иногда захлёстывает. Я у вас в Фейсбуке нашел вот эту фотографию. Это где? Из Берлина. А это ваша берлинская квартира? Да, да, да. Мамин подарок? Да. А почему Берлин? Обычно у нас эстрада вся в Майами. Другие в Лондоне, там почему жарко, Берлин? Там жарко, в Майами и солнце нельзя. Берлин, я считаю, во-первых, центр культуры, центр Европы. Я хотел, чтобы она там училась. И купила в Берлине. В Испании, ну что в Испании делать? Я немцев очень люблю. Ну, баронессу, вот, понятно. Баронессу, да, Австро-венгерский город. И вообще мне хотелось, чтобы она там выучила язык, учила, и природа мне их нравится. Сейчас там тяжелая ситуация с этими мигрантами. Ну да. Там тяжеловато сейчас. Чувствуется, да, это? Да, там есть такой момент. В первую очередь они учат вот беженцев. Ну, вы по-немецки как-то говорите? Нет. Мама вон по-французски играла там, мадам Бовари. Ну да, Бовари, это вообще, да, это такой был. Вот как вы запоминаете? Вы понимаете, что вы говорите, или вы просто вот выучиваете текст на иностранном языке? Его невозможно выучить, если его не понимать.